Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем десантников, с Днем ВДВ. Никто, кроме вас. Я, гармонист Андрей Чешуин из Кирова, сегодня нахожусь в Сибири, в Абанском районе, в селе Долгий Мост. Ну и приглашаю персонально всех десантников и их родных, близких людей в Дом культуры в 6 часов вечера. В каком бы вы состоянии ни были, приходите отдохнуть душой, послушать и поддержать меня, вятского парня. А всем остальным десантникам я желаю только здоровья и дарю песню «Голубых беретов». Чтоб наша жизнь продолжалась.